Здравствуйте. Представляю вашему вниманию свою версию 85-миллиметрового зенитного орудия, состоящего на вооружении СССР в год Великой Отечественной войны. Итак, вот эта модель. Колеса, естественно, крутятся. Устройство лафета позволяет вести круговой обстрел. Но чуть позже мы на этом еще подробнее остановимся. Интересной особенностью является возможность перевода из походного в боевое положение. Мы убираем опору ствола, меняем положение колес. Здесь я использовал техник детальки. Они, на мой взгляд, очень здесь в тему, поскольку мало того, что они подошли к конструкции, так еще и весьма прочно крепятся. Вытаскиваем опоры дополнительные. Все, пушка готова к боевым действиям. Стоит на опорах, колеса подняты, орудие вращается. Видим место наводчика, место для стрелка. Масштаб пушки 1:43 примерно, то есть в масштабе мини-фигурки. Вперед в походное положение, после того, как мы выполнили наши боевые задачи, осуществляется в обратном порядке. Опоры убираются, колеса приводятся в исходное положение. Как видите, модель весьма и весьма прочная, до сих пор ничего не отвалилось. Это позволяет не только поставить модель на полку или использовать в диорамах, но и, грубо говоря, играть ее. Все, колеса у нас на месте. Модель подвижна. Приводим изначально в состояние ствол, поднимаем опоры. Естественно, в реальных орудиях это все делается по-другому, но вот пришлось сделать так. Все, модель готова к транспортировке на следующую боевую точку. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на наши обзоры. Приходите в музей. Еще раз спасибо.